Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Суть в том, что человек не может разобраться в себе. Вот. И пишет. Можно сказать, испортила сама хорошее общение с парнем, так как вела себя как дура. Не знаю даже, как он терпел мои выпады. Играла с ним, хотя мне нравится, но при этом искала в нем недостатки и изучала его. Их было 50 на 50, нравится или нет, в голове ставила точку. Но опять возвращалась к нему и думаю каждый день о нем. Боюсь обжечься, говорю себе, что жизнь на этом не закончится. И возможно, это только с моей стороны, но чувствую, что он тоже переживает и тоже ему нравлюсь. Последний диалог должен был стать точкой, но я написала, что у меня есть парень, у меня есть друг, у нас только общение. Что он трепетно ко мне относится, и у нас любовь. Но когда писала, чувствовала себя хорошо, так как у него девушка тоже появилась. Но потом он мне пожелал любви и счастья и добавил счастья. Хотя мы определились, что писать друг другу не будем. И тут меня накрыло, мне стало больно от моих же слов, мне пишет другой, мне наплевать, и других тоже парней. Теперь я думаю только о нем, внутри меня конфликт. Я расстроен на себя, что слилась, у меня страх возник. Но я не понимаю, стоит ли сказать правду парню. Уже другие люди знают о наших непростых отношениях и смеются, но главного не знают, меня это расстраивает. Второй день заставляю себя чем-то заняться, но накрыла душевная пустота и печаль. Видеть этого парня не хочу, но после последнего диалога не виделись, как будто он специально это сделал с его стороны, было демонстративное игнорирование. Как в себе разобраться, о себе могу сказать, что я красивая девочка, ко мне тянутся мужчины, флиртую с ними, легко общаюсь с ними, цену себе знаю, мне неинтересны отношения на одну ночь, я хочу глубоких отношений. Чувствую себя одиноко, но бегу от отношений, если раньше было иначе, я так не страдала, когда сливалась, а сейчас наоборот. О чем здесь идет речь? Речь идет, по сути, о страхе близких отношений. Это история про личные границы, нечеткие. Это история про страх отвержения. Страх того, что вас отвергнут, бросят. Это история про отсутствие контакта с собой, потому что, чтобы общаться с людьми, нужно чувствовать себя и выражать то, что вы чувствуете. Желание глубоких отношений связано с обесцениванием себя, потому что, ну, как бы, вы себя обесцениваете, да, вы себя принижаете и хотите глубоких отношений, чтобы обрести таким образом свою ценность. Но ваша ценность находится внутри вас, вы ее не чувствуете. Соответственно, с этими вещами нужно работать. Да, как с личными границами, так как с самооценкой, так и с контактом с собой, чтобы вы могли выражать себя, чтобы вы могли проявлять себя и, собственно говоря, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, чтобы вы чувствовали себя в защищенности, чтобы вы ощущали себя комфортно. А сейчас этого нет. Сейчас ничего этого у вас нет. И отсюда вам больно. Да, речь еще можно вести о вашей реализации. То есть речь можно вести о том, насколько вы реализованы, речь можно вести о том, насколько вы четко идете по своей жизни самостоятельно. Также можно вести речь о том, что вы сконцентрированы на отношениях, но не на личности человека. То есть вы хотите именно отношений, вы пытаетесь выстраивать отношения и довольно мало уделяете внимания тому непосредственно, как вы взаимодействуете с человеком. Насколько человек вам интересен, насколько человек вам важен, что для вас значит человек, ну и так далее. Вот на эти все вещи нужно обратить, как мне кажется, ваше внимание. Я бы сказал, что вы флиртуете с мужчинами, при том, что
я ничего против-то не имею того, чтобы вы флиртовали. Но на мой взгляд, вы флиртуете с мужчинами, потому что опять же боитесь близости. Это, я бы сказал, следствие вашей защиты. То есть флирт может быть не только флиртом, но флирт может быть и элементом защиты. В вашем случае, скорее всего, это и есть элемент защиты, а именно сексуализация. Понимаете? Вот. То есть я буду флиртовать, я буду такой вот чрезмерно, ну, может быть, да, не чрезмерно, но более чем мне хотелось бы активный, вызывающий и так далее, вот, чтобы как раз-таки избежать близких отношений. При этом вы хотите глубоких отношений, но боитесь их. То есть важно здесь разобраться еще и со своими потребностями, со своими внутренними стремлениями, конфликтами и переживаниями. Принять их, научиться их выражать и размещать в контакте с людьми. Мне кажется, что в глубине души вы человек достаточно ранимый, вас легко задеть. Вот, вы чувствительный человек, но вы пытаетесь это скрыть. Скрыть как раз-таки за флиртом. Понятное дело, что всех деталей я не знаю, понятное дело, что, может быть, чем-то я ошибаюсь, но, тем не менее, это очень важный момент. И наличие всех тех моментов, которые я перечислил, делает вас той, кем вы сейчас являетесь. Это поддается коррекции, поэтому самый лучший способ для вас решить эту проблему, это пойти на психотерапию и начать над собой работать, чтобы лучше себя понимать. С помощью психолога вы сможете это сделать. Вероятно, вы со мной не согласитесь насчет вашей самооценки, потому что вы называете себя красивой, у вас легко выстраивается общение с мужчинами и т.д. и т.п. Но именно то, что вы каждого мужчину, получается, судя по тексту, хотя, может быть, это и не так, воспринимаете как потенциального партнера для отношений, судя по тому, что любые отношения вы воспринимаете как потенциального кандидата для глубоких отношений, и судя по тому, что вы выстраиваете себе определенные ожидания от отношений, это, судя по этому, у вас есть такой момент, что в отношениях вы пытаетесь решить свою проблему какую-то, а в отношениях проблемы не решаются. Вот. Человеку нужно решать свои проблемы самому. Такая вот история. То, что вы заставляете себя чем-то заняться, это говорит о том, что вам по жизни, в общем-то, возможно, ничего особо не интересно, кроме стремления раствориться в другом человеке. То, что вас накрыла душевная пустота, это вытеснение. Вы вытесняете определенные чувства, не принимаете их, не признаете. Ну а что касается печали, то печаль — это нормально. По поводу боли за свои же слова, я думаю, что это связано с тем, что вы не выражаете то, чего вы хотите сказать. То есть хотите сказать одно, говорите другое. Это внутреннее несоответствие внешнему. Также это корректируется. Но придется признать, что вы не такая, какой вы себе сами себя представляете. Это нелегко, и поэтому нужен психолог. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.